Всем привет, ребята! Значит, сейчас я вам хочу показать, как я собираю педаль от моего велосипеда старт-шоссе. Что случилось с педалью? Просто я снял всю систему для того, чтобы уменьшить болтание клиньев на валу каретки. Вот. И мне пришлось открутить педали. Видите, когда я вот эту педаль откручивал, которая находится с левой стороны по ходу движения, если на велосипеде, то есть на левом шатуне, левая педаль. Кстати говоря, на обеих педалях, или на обеих, на обеих резьба разная. То есть если с правой стороны, где звездочка находится, закручивается как обычно, по часовой стрелке, то с левой стороны закручивается против часовой стрелки педаль. Я имею в виду, закручивается в шатун. Ну ладно. И что получилось? Мы, вот та педаль, которая закручивается с левой стороны, видите, пришлось как обжимать тесами. Ну невозможно было ее открутить, я не знаю, кто-то, может быть, затянул еще до меня. Вот, видите, вот эти вот покоцаны. Я это все прошел наждачкой, как бы заусенцы убрал. С этой стороны тоже немножко, как бы, вот это все вылезло на дорожку. Все это тоже надо было убрать, заусенцы. Проверил, как шарик здесь стоит, все нормально стоит. Вот. И теперь мне надо ее собрать. Что я для этого сделал? Для этого я вот эти шарики, вот видите, тут 8 шариков, а с другой стороны у меня было 9 шариков. Вот эти все шарики, их диаметр 3 мм, 975 тысячных, вот так, или 97 соток, 97,5 соток. А вот эти шарики 4 мм. То есть разница между шариками, которые у меня будут стоять с одной стороны и с другой стороны, 3 сотки. Вот. Эти 3 сотки, я считаю, это для подшипника, ну, многовато. То есть они будут работать неравномерно. Если, например, с одной стороны попадется 2 шарика на 4, ой, на 3 сотки больше, то он, пока эти шарики не сожрет 2, он будет на них кататься. Поэтому вовнутрь я буду ставить побольше шарики, а наружу поменьше, потому что самих шариков чуть побольше. Вот она сама педаль, старая ХВЗ-вская. Естественно, я ее почистил, помыл как мог. Ну, ее состояние как бы не совсем новое, но тем не менее. Вставляться она будет вот так. Вот здесь будет закручиваться конусом. Конус уже от времени тоже, видите, лопнул. Ну, я посмотрел, дорожка еще более-менее целая. То есть поставлю, посмотрю. Сейчас видео, суть самого видео в том, чтобы показать, как собирается педаль от велосипеда ХВЗ старт-шоссе. Смазку для шрусов автомобильную. Не мудрствуя лукая, там начнется сейчас велосипедная, не велосипедная. Для шрусов обыкновенная смазка. Многие мои подписчики меня спрашивают, какой смазкой я пользуюсь. Вот конкретно говорю, смазка для педали я пользуюсь для шрусов автомобиля. Тавтология немножко, ну, так вот. И вставляю вот сюда большие шарики. Раз. Шариков, видите, не полная. Хотя можно еще парочку было поставить, но у меня нет. Поэтому вот вставляем. Ось или вал педали вставили. Вот так бы его, конечно, не мешало бы зажать, например, в тисы. Ну, так как я показываю для тех людей, у которых, может быть, тисов нету. Аккуратнее. Держу, чтобы те шарики не рассыпались снизу. И подумал, чем можно размазывать. Ладно, размажу пальцем. Работаю в условиях, приближенных к боевым. Так, вставляем. С другой стороны шарики. Теперь этих у меня 9 штук. Тех было 8. Этих 9. Теперь то же самое. А, то же самое. Теперь заворачиваем конус. Вот он, конус. Этим же конусом регулируется жесткость педали. Да, не принес я отвертку. Ничего, сейчас принесу.
Так. Вот отверткой отворачиваем. Да, жестко. Видимо, из-за того, что конус порыпанный. Ладно, здесь в самом вале, или как, в оси, или вале, есть проточка. И вот такая шайба с наплывом. Это для того, чтобы можно было фиксировать и не зажимать эту педаль. Ну и гайка под ключ на 10. Отрегулировали, теперь заворачиваем. Отлично. Немножко есть люфт, но не без этого. Ключом с обратной стороны на 14. Ключ на 14 держим этот вал, чтобы он не крутился. А ключом на 10 подтягиваем. Оп! Ну все, более-менее отрегулировали. Раньше я переживал, что у него такой вот, видите, небольшой люфт есть. Ну, чем закусывает, лучше пусть маленько люфт будет. Еще раз подтяну. Отлично все затянуто. Вот такой колпачок. Значит, чтобы здесь поменьше было ржавчины, еще маленько добавлю. Заворачиваем колпачок. Колпачок заворачивается в нормальную, нужную сторону. У колпачка педального ключ на 17. Легко идет до определенного момента. Все, подтягиваем. Оп. Все, педаль собрана. Можно ставить теперь на шатун и ехать. Ну и вот смотрите, ребята, видео было бы неполным, если бы я не показал, как я эту педаль буду устанавливать на шатун. Значит, этот шатун уже не родной, он под квадрат. Те я уже только что говорил на ремонте. А временно, пока не было у меня этой педали, я ездил на педали от Ашан Байка. Ключом на 15 отворачиваем. Так, в обратную сторону же, да? В обратную сторону отворачиваем педаль. То есть, если на хаузевском велосипеде педали, вот это место, которое я сейчас кручу, под ключ на 14, то на Ашан Байке под ключ на 15. Вот она, педаль пластиковая. Кстати, не совсем удобная. Когда я далеко ехал, на 50 с чем-то километров, у меня нога затекла от этой педали. Ставим родную мою педаль, ХВЗ-ску. Ну все, теперь уже все. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить лайки. На нашем канале не только видео про велосипеды, но и видео про автомобили, про готовку, про нашу жизнь, короче говоря. Всем пока. Ну вот смотрите, ребята, педаль отлично работает. Я вам скажу, вот в этой ХВЗ-вской педали, в металлической, нога лежит лучше, ну, в обыкновенных обутках, чем на пластиковой она стоит. У меня затекала нога, когда я в Барнову ездил. Здесь все нормально. Ну все, всем пока. Подписывайтесь на канал. Не забываем ставить лайки.